когда ты от чего-то отказываешься, вселенная тебя за это вознаграждает. Я в этом году отказался от алкоголя, уже 16 дней прошло, я ни разу не хотел бухнуть. И я чувствую, что уже мне партнеры начинают предлагать открыть бизнес в Сан-Франциско, клиенты на разработку, которую мы делаем, просыпаются, хотят делать новые продукты. И, короче, такое ощущение, что когда вот ты делаешь аффирмацию, то вселенная начинает тебя заваливать ресурсами. Я не первый раз это замечаю. Но вот как-то вот так это работает. Есть какое-то негласное правило между вселенной и людьми. Когда человек перестает себя разрушать, делать всякую фигню, меняет окружение, он внутри себя будет такого бойца, борца. И вселенной выгодно, чтобы ты создавал новые вещи, креативил, был очень конструктивным, поэтому она и дает тебе ресурсы.